подобно полонезам и мазуркам Шопена, вальсам Штрауса, танго в его произведениях становится характерным знаком Родины, Аргентины, душой его музыки. Вот так Астор Пьяццолла пришел к танго длиною в жизни. Душа на струнах запорхала, жива, как никогда жива. Одна лишь музыка осталась, как вечные на жизнь права. Thank you.
благодарим вас за внимание и за поддержку. Ведь это был дебютный концерт учениц школы Art Grand Виолетты Катаевой и Зои Курак. Татьяна Лукьянова. Я ведущая концерта Ольга Сицко. Очень надеемся, что подобные концерты станут нашей доброй традицией и ждем вас на наших следующих программах. До новых встреч!